Как заебись, на Мишку сало не действует. Почему? У меня физуха. А, ты вон про что. Но игра набора не влияет. Не, ну это да, базара нет. На паладина получается, навара то же самое. Ну хотя у паладина там пара скиллов есть, даже три скилла те, которые юзаются в танке. Да, паладин магически похуже. Ну у него два скилла есть. Ну так, да, вратарь. Как первым его бить бум может, в сале даже. Когда Гурла только выпустили первую неделю, я его танчил Мишкой. У меня было 60 тысяч хп. Я танчил 20 стаков. Сюда, ах ты сука, тварь. Не выпало нихуя. Так, ну вот это говно надо кому-то. Ну это на медведя хороший пояс вообще-то. Я долго носил его. Так. Отспыл. А здесь больше никого и нету. Кому портал в шатрат поставьте. Глаз надо кому-то. Вот это все потом в кастеры заберут. Ну. Рольнику надо. Рольните он вдвоем. Так, это что, шаман и ДК опять? Понял. ДЦ кинь. Ролл. Я ДЦшнику закинул. А что, магов нету? Маг, открой портал в шатрат. А ну вот он и сроил. Ну чё там, портал есть, нет? Похода портала нет. Нету. Своим ходом, значит. Ну, ставим не, вон Долоран. Ну хотя в Долоран, там тоже рядом. Ну хотя не всем. Блин, я же ренегат шамана. Вот сразу видно, кто на SSD-шнике играет. Почему? И как-то поднялся быстро. Видишь, махом приближается, летят. А, я что ли? Ну, тут сколько человек? Ну да, SSD-шник сейчас на пинбах. Вон, Дэва, кто еще? Вот один хуй. Канцелятор, блядь. Это прям нужная вещь в компе теперь, ну. Я вообще не знаю, блядь, кто сейчас, допустим, некоторые там покупают себе компьютер, блядь, еще на винчестере на жестком находится. Они быстрые сейчас очень есть. Ну, видишь, они более долговечные, обычные. Технологии, ну, как бы, блядь, и на SSD тебе, нахуй, не 5 лет гарантии, на некоторые даже 10 идет. SSD-шка второго поколения. Не, SSD-шка это вообще прям нужная вещь. Ну просто тебе нужно понимать, M2. Какие у тебя задачи выполняются в компьютере и все. Нормальная SSD-шка стоит нихуя себе. Да они сейчас дешевые, ребят. Серьезно, они сейчас дешевые очень. Для открытых миров SSD-шка OP.
Ну, прикинь, на открытый мир на харде нахуй запускать. Ты идешь, вроде ты идешь, а мир еще не прогрузился у тебя, ты идешь просто в текстурах, ну. Не, вов на HDD это забей, просто мусор. До этого играли, и похуй было. Не, ну, до этого, да, базара нет, а, блядь, на сиру сейчас поиграть, блядь, рисовок, нахуй, ебаный в рот. Каждый, блядь, не знаю, там, шмот, нахуй, все такое прочее. Ты, блядь, в Долоран заходишь, у тебя FPS, блядь, под 25, ну. А ты даже максимум. С SSD, типа, не так быстро грузишься. Там не АФКшки, там, блядь, люди долетают, локов нету. Ярим, 3 моба. Ты уже больше с огня выходите, тут потому что бьет огонь больше. Я понял, блядь. Я даже похилить не успел. Меня просто убило огнем. С огня выходите, иначе залупа будет. Кто сдох, сразу вставайте и бегите. Чё вы, блядь, как, не знаю, как первый раз. Чё, не хилят нихуя, блядь. Падают сразу. Чё, эти койлы бесконечные, урод ебал, блядь. Какой петух придумал, сука, их без диминишинга, блядь. Ну да, блядь, нормаль тут трэш жестче, чем в Крайме. Да тут не трэш жестче, тут мозгов кое у кого нету. Просто в огне стоят некоторые. Вот в этом сверху, который падает. Сразу выходить надо. Бегает только танк, считай, в этом. Сейчас сдохну нахуй. Чё, там есть хилы какие-то, да? Эти руки там, я хуй знает. О. Пиздец, где хилы, блядь? Они падают. Не знаю. Да. Может, диспелят? Нет. Это проклятие прям по 8 косарей бьет, но каждые 2 секунды. Так они умерли, наверное. Зашёл, Войду руку сдал, блядь, и слёг нахуй. Охуенно, блядь. Мобы есть еще контролятся, им сало дают, косты сбиваются. Так что, блядь, все чики-пуки должно быть. Я вот побежал, блядь. А че у тебя, кстати, Void нормально там все по компьютеру на LAN 4 FPS? 1050 Ti у меня стоит, процессор какой-то, не помню, Intel, чего-то там, i5 что ли. Какое поколение? Я не ебу, блин. Какие настройки в игре? В игре минималка стоит. А тебе конфиг сделать, помочь тебе? Да, надо. Короче, на дроволете шпилишь, да? Я вот не знаю. Ну, типа вот десятки нету лагов. Потом идешь 25-ку, там начинается вот эта хуйня. Я не знаю, а за через чего. Через что стримишь, через видяху? Слушай, ну хуй знает, наверное, видюха обрабатывает процесс. Я не помню. У меня, короче, вот этот бандикам. И то ли у него есть такая функция, что он процессор задействует для записи. Не, тебе надо как. Я тебе потом объясню, короче. Я в этом деле не понимаю, блядь. Ну, короче, сам по себе Сирус, мне кажется, он дохуя. Не, бандикам это кал полный, поверь. Ну, ты хочешь. Да, и Сирус сам по себе. Хочешь сказать, что из-за бандикама у меня 4 FPS? Ну, конечно. Не, ну тут еще много других факторов играет, но бандикам для записи это полная шляпа, поверь. А что есть лучше? Да, в основном это Сирус виноват, ну. И не только у него просадки, ну. А я еще из OBS попробовать. Да, вот и стримишь. Это не смотрите на секунды на эти. На YouTube я ничего не стримлю. Можно через OBS. Я не стримлю. Я записываю и потом выкладываю.
Ну вот, можно через ОБС сделать запись, и там гибкие настройки, я тебе помогу настроить все. Ну, попробуем как-нибудь. Ну, не знаю. Конфиг тебе сделаем там. Ну, да, есть... GeForce Experience, установи себе прогу и пиши все что угодно. Тоже отличная вещь. Ну там, я она сейчас видишь, тоже не особо прикольно, там тоже настраивать надо сильно. Кто там кубы прожмет? Через ОБС проще будет, с GeForce проблем много. Всем привет. Помощь нужна? Так. Привет. Здорово. Можно? Ну мы магик последний остался. Сейчас после магика, не знаю, может еще что-нибудь пойдем. Только чего? Кто на кубы? Это Г-10 хотели вроде, не? Так. Сейчас посмотрим. Да, можно тут ЭГ. У меня просто тоже 1050 Ti. И слабее гораздо, чем интеловский процессор, на ядро на одно. И у меня, ну, там, 36-40 FPS на лане. Вот надо, да. В рейде на 25? Да. В Гере, когда мы ходили, это я замерял. Если бы такой FPS у меня был, ебать, я бы DPS отдавал. Там, да. Ну, типа, банально кнопки приятнее жать будет. Ну да, это, еще тело есть какое-то? Конфиг это что, это в самой Вовке какая-то хуйня закидывать? Ну. Да, это те же самые параметры, там, графики, только расширенные, которые, типа, ты не видишь в игре. Ну, а вот тени эти... Тени там можно отключить, например. Я даже патч ставил на анимацию, которую убирают, там, бесы вот эти локовские, они появляются, но они просто стоят, то есть руками не машут. Да, патч я пробовал, но там метки пропадают. Ну да, хуйня полная. Еще одно тело на этот. А, ты не на куб плюсовал. Уёво. Довокин, забегай. Довокин, ты лагаешь, куб прожмешь. Еще на куб луну нужно кого-то. Еще одно тело на куб есть, прием. Рипчипа поставь, рипчипа. Тут челики там. Так вот. Рарник, ты это, в ДД потом успеешь? Да, в принципе, я это после потанчу. Ну, кстати, сейчас массейв приготовьте, когда они стрелы будут кастовать. Вот на вот этот. Какого-то кодера найти, чтобы отредактировал этот патч под Сириус, чтобы метки там добавить, еще какие-то нужные штуки. Да. Ты сам занялся, но там 80 тысяч строк кода вот в этом патче. Кто будет танчить? Будет. А если ты мне свой конфиг скинешь, и я его вставлю, то нормально будет? Ну, такое, у меня, видишь, именно под мои параметры, которые мне нужны. А-а-а. Но я тебе подскажу, команды все сделаем. Типа, сделаем так, чтобы у тебя максимальная производительность вообще была. Угу. Это вообще круто будет. Тот же самый Discord надо настраивать, когда ты стрим в Дискорде включаешь, тоже FPS садит сильно. Ну конкретно вот в этой игре Вове.
Готовьтесь, скоро кубы будут. Нажимаем. Кубы 15 секунд. Чем после второго откидывания? Идет сейчас откидывание, да? Леха, давай Геру. Сготовимся, кубы скоро. Нажимаем. Десять секунд, что вы добьете? Не знаю, 2 ляма. 2,5. Не, не добьете, на кубы вставайте. 5 секунд. Да, там можно еще выпануться. Жмем. Ебать, вы что, на приколе? Кто-то не прожал. А, звезда и печенька прожали, звезда точно? Звезда прожал. Лубить я видел. Равник прожал. Луну не видел. Поджимал я ее, нажал, подошел. У меня хп начал мешаться. Я жал, но у меня нажатый куб был, блять, или что? То есть не прожималось. Ну, значит, кликнул раньше, чем надо. Не-не-не, я прям ну, смотрю на босса, прям в каст всегда нажимаю. Да кто-то, значит, раньше встал, наверное, нажал сам. Нет, встать на куб — это одно. Встал на куб, ты можешь там всегда стоять. Главное, не нажать на него. Если ты нажал на него не во время каста, на тебе повесится дебаф. Не, я раньше не нажимал, но просто он не нажимался, как будто кто-то раньше нажал. Я хуй знает. Бегите быстрее. Ой, ты в телеге есть? У меня только контакт есть. Дискорд. Ну, тоже пойдет. Да дискорд заебись, мне кажется.
5, 4, 3, 2, 1. Рипи-чип тут, нет? Да-да, здесь сейчас. Потом пойти, блять. А, ты догонись, мы хотели. Тебе казалось, что я слаб. Может, Рарни кто-то заменит на Кубе? Кто? Не знаю, ну просто он дамажит. Ты спрекайся, кстати, ты в танке еще до сих пор. В принципе, он рядом с Кубом, как бы, босс. Может побить и потом отойти во время там вспышки. Ну тут давай, не в этом проблема даже. Просто все. Пальцев хватает. Просто прожмите кубик. Ты праведная, только тогда выключи. Мак, можешь убрать темка с шамана? Я на Кубе стою. Не бью босса вообще. Тут впору спросить, как дела? О, как, ваншот. А под ебалом стоять не учили тебя? Не учили не стоять под ебалом? У Мактеридона, у которого рассекающий удар есть в обычке. Вот тебе и ваншот. Че это за макро, Ленин? Че этот винг? Это не твинк. Чё, первый раз играешь на Сирусе? Мям. Забыл, что есть рассекающий, да? Вышка 15 секунд. Да вас Гера, кстати, достала там, да? Нет. В прошлый раз, нет? А, в прошлый, да. Давай Геру. Рарник я захил. Да отпусти, отпусти. Ты сдохнешь. Когда кто-то из пяти отпустил, вы можете отпускать. Босс продолжает бить танк.
На луну кто-то бегите, кто без метки. Куб прожимать надо будет. Давай я прожму чисто так, для того, чтобы луч завязался. Вроде не успеваем, да? Ну, 15 секунд еще, должны успеть. Смотрите, на всякий случай, за кубов знаете. Жмем. Да, блять. Ходил паладином, короче, с пугами. Хотел тело выбить. Не упало, но. Голова 3, надо кому-то. И в неделю не падает. Кинь ролл. Че, вы закрыли? Да. Да. Хорош, я вот только готовить закончил. Так так и скажи, ты хитрая жопа просто. Ну, блядь, вот мы сейчас пойдем в кару, ХМ. Сейчас посмотрим. А вот сейчас бы мог и не пойти, потому что готовить бы пришлось. Так, вот это надо кому-то? Кинь ролл просто и все. Вот эта хуйня надо. Так, сейчас по токенам. А, ну вон там другой выиграл, кстати. Ну, передадите, значит. Так, получается, что у нас? На ДКшника у нас грудак и штаны. На паладина рогу и шамана все три токена. И на друида. На друида один. Встаньте в квадрат. Все шаманы, паладины. И разбойники, которым надо токен. Так, кто там у вас? Значит, Диансе. Это кто? Это Зорд. Зорд, у тебя сколько кусков напиши? 2. Так, Holy Drink. Кэшбэкер. Holy Drink тебе на чё? Ты сказал всем стать. Не, тем, кому надо эту хуйню. Так, какие у тебя куски? Ну, хитрое оружие. У тебя груда? Я могу, в принципе, уступить, но я бы грудел. Так, сейчас я шаману Крич. Зорду дам, чтобы у него 4 куска было. Значит, смотри. Да, давай. Шаман, значит, грудак у тебя есть и перч есть. Получается, штаны и плечи тебе даю. Теперь у тебя 4 будет куска. Так, сейчас по остаточному принципу получается остается грудак. На грудак шамановский, паладиновский, роговский. Кидайте ролл тогда. Да давай кэшбэкеру. Если он будет играть, почему нет? Как надо кидать? Точно тебе надо хулигдринг? Нет. Хулигдринг, а ты носишь грудак? Против? Против нет. А. Так, теперь ДК, Хант, Мак, Лок. В квадрат вставайте, остальные отойдите. Так, кто там у нас? Ебать, сколько тел. Там же ж тело идет с ТТГ. У кого с... На танка? У кого сколько кусков? На уф не надо пока. На уф это второй комплект, я так понял. Я еще не выбил его. У кого сколько я кусков напишите? Уже штуки 3 таких распылил. Так, 4, 2. У тебя инвизибл сколько кусков? 4 или сколько? 4. Ну, хочу какой-то шмоток, наверное, статтк взять. Мак, поставь порт. Так, Мак, у тебя 3 куска, да?
Ты, получается, ну, плечи-то не выпали, так что тебе, маг, не, ну, у тебя есть эти куски равения. Так, кому с вас давать, блядь? Мадал, поставь, пожалуйста. Так, у этого апнутые даже. У меня грудак и штаны. Так, у тебя есть. Ну-ка, у этого. Так, вот у этого ДК грудак есть, штаны. Тебе только штаны надо, и что у тебя будет? Сколько кусков? А у тебя и так 4. У тебя и так 4. Или ты сменить что-то хочешь? А. Так, допустим, штаны тебе. Грудак по остаточному принципу кому надо? На ДК есть такие? Так, ладно, тогда тебе штаны. А этому ДКшнику грудак. Invisible. Так, ну один хуя плечи есть. А у этого приста. Так, это самое, прист и Неола. Ты кто? Чей ты? Какой опыт игры? Какие планы на игру? Так, Юра ДЦ. Только вступил недавно, да? На офи играл в свое время. Какие планы на этот сервер, на игру? Ну, время РТ тебе 16 до 20 подходит. ДЦшника хорошо знаешь. Ладно, короче, посмотрим. Осваивает. Ладно, бери кусок. Он единственный. Я себе тогда в другой раз как-нибудь соберу. Если скоро выпадет кусок, может, себе позабираю. Ой, всё. Сегодня щедрый. Не по, я уже давал, если чё. Мы куда-то пойдем?